Всем привет! Сегодня будет шестой блог, в котором я хочу рассказать о том, как правильно подготовиться к съемке, ведь это на самом деле очень серьезно. То есть вопрос стоит не в том, как правильно зарядить фотоаппарат, подготовить флешки и взять всю оптику, которую надо, а прописывать съемку. Это реально очень важно, и я сейчас расскажу, почему я, в общем, начал именно эту тему. Не так давно я пообщался со своим знакомым, Сашей Браун. Он рассказал мне вообще, ну, свое видение фотографии, как раз про раскадровку. Раскадровку фотографии, раскадровку фотосессии. И я был немножко в шоке. Ну, если честно быть, то не немножко. У него очень крутой взгляд на фотографии, а особенно то, о чем сейчас пойдет речь. Я знал, что фильмы снимаются по раскадровкам, я знал то, что снимаются сериалы и так далее, но фотографии, фотосессии, это классно, реально круто, поэтому я сейчас, в общем, это рассказываю немножко в такой форме обсуждения. Вот смотрите, я просто как бы это делал раньше, ну, почти это, сейчас вы поймете, о чем идет речь, но не делал именно так, как сказал он. Что такое вообще раскадровка? То есть это примерно так, как будет выглядеть определенный кадр. Вообще для художников я представлял, да, мы в голове представляем какую-то картинку, можно нарисовать, мы если хорошо рисуем, и значит, что у нас должно все выйти хорошо. Но фотограф, вы представляете, это надо так нарисовать, найти тот момент и сделать вот ту фотографию, которую мы увидели здесь. Безумно сложно, особенно если мы местность еще не знаем. Вот, и он, когда мне это сказал, я понял, да, так реально надо работать. И правда, так реально надо работать. А что делал я? Какие мои фотосессии, некоторые реально, ну как, выстреливали на определенном уровне. И у них была определенная тоже закономерность. Я писал истории. На самом деле, у меня была одна фотосессия с девушкой, мы фотографировались в лесу, то есть я писал все заранее. Я писал, какой будет цвет, там, ну, примерно тонирование, все, что есть идеи, ну, позы, как бы, ясно, не то, что я это все писал. Это было потому, что мне интересно. И дело в том, что я это прописал, но я не прорисовывал это все. То есть, как таковой раскадровки не было. Я не так давно нашел свой блокнот, в котором все это записывал. Вот, сейчас я вам прочитаю, и вы поймете. Эта фотосессия непроста. Она рассказывает о том, как светлая и чистая девушка мечтает. Она идет во взрослую жизнь. В этом сете есть некоторые детали, которые сначала непонятны. Она читает книгу, а сзади девушка держит журнал. Журнал, в котором описывается вся наша суета, все бытейские заморочки, а в руках книга, унесенная ветром, от светлой и чистой любви. То есть, это как бы не вся история, там еще очень-очень много далеко, но суть, я прописывал полностью историю. То есть, вообще, у меня даже была идея, и, то есть, я никак не могу сделать сайт до сих пор, но выкладывать последовательность фотографий с задумкой. Я понимаю то, что это немногим будет интересно, так же, как, например, мои большие посты в Инстаграме под фотками, но кто-то захочет это прочитать, почему именно так? И вот эта история, эти истории мне помогали делать крутые сессии, то есть они реально давали представление мне, тому человеку, кого я фотографировал, я все это рассказывал, мы реально делали круто. То есть моя раскадровка, мои истории, вот как. И мне кажется, у каждого она тоже своя. Если вам удобно писать, рисовать, делайте. Если вам удобно писать в плане того, то, что текст какой-то определенный, делайте это. Потому что это реально очень важно, это заставляет проникнуться той темой. У меня на фотосессиях иногда чуть ли не плакали, когда проникались. Но это редко бывает, но бывает. Поэтому готовьтесь, прописывайте заранее что-то, куда-то, как-то. Прописывайте места, где вы будете. Выдумывайте эти места и находите, чтобы кадр был нереально крутой. У меня так получается иногда, что я реально хочу сфотографировать девушку там вот в таком, например, месте. Вот так. Да, конечно, я не найду именно, ну, может быть, и найду такое место, которое представлю в голове, но очень похоже, и там 85% совпадения, да, бывает, это очень классно. Думайте и, еще раз повторюсь, заранее продумывайте свою съемку. Это безумно интересно, безумно круто. Я продумывал все,
от поз до того, какой аксессуар у меня будет, еще что-то. Делайте, это нереально круто. В такой обстановке будут, наверное, проходить мои дальше блоги, потому что флэт не наш, и мы готовим новый крутой проект. Следите за нами, готовьтесь к тому, что будет круто. Ну и самое главное, наверное, это... Если интересно, подписывайтесь. Вот. Да и вообще, кстати, вот эта вся мишура, она не так важна, как сам факт того, чтобы то, что я рассказал, вам помогло. Вот, если так случилось, то это круто. Вот, в общем-то, и все. Так что все, до следующего блога. Всем пока!